О, а что я должен делать? Ну, летать. Как в фильме. Мы не видели фильм. Ха, ложки. Ой, блин, я сейчас... Нет, я не... Погоди, стоп, что? Резко нельзя поворачивать. А, почему? А, так, я понял, мышкой надо управлять. Что за... Что происходит? Говорю, сосай. Я тебя спасу. Сейчас. Финн, это плохо кончил. О, блин, от тебя неплохо. Нет. Можно, пожалуйста, ко мне? Я цель. Не страшно. Бегу, бегу. Не страшно. Я с тобой. Не думаю, в другую сторону. Я их заставил. Все, беги, блядь. Ну потому что я несу ее. Мне стрёмно. Меня сейчас бьют. Да, походу будут. Бежать? Не, я последнее, что говорил, это типа, меня сейчас убьют. А, ну ладно. Меня не убили. Подбирай, подбирай, подбирай. Подбирать. Впереди руки. Беру его на себя. Хорошо. Покажу его. Минус, минус, нет, не, он все еще... Справа, спалец. Давайте, заберите. Забираю. Быстрее, мне там перемешку сейчас переваливают. Огнеметчик. Отлично. Подобрать, подобрать! Подбирай, подбирай, подбирай! Кидай огненную. Подобрал! Отлично! Подобрал! Нихер! Вот это просто последние секунды было. Буду сейчас прикрывать огнем. Прикрываю, подбирайте быстрее, блин. Подбирайте! А, нет, не подобрали, все. Ладно, я пошел перемешки навалю. Все. Ах. А, это был только раунд. Блин, я думал, что все. Такие страсти были. Кстати, Дима, теперь, короче, выбирай моменты... Погоди, выбирай моменты для этих видосиков, там, где нет мата, или запикивай мат. Потому что новая политика этого, Ютуба, да? Не-не-не, Ютуб насрать, чтобы мы могли в группу выкладывать, потому что мне там Кирилл написал, что я бы выложил эту группу, это охренеть, это годный видос, но... Из-за мата нет. Ну, типа, сорян. Я предлагал его запикивать R2D2, звуками R2D2. Ну или теперь мы такие все культурные, и мы не матюкаемся. Ага. Сейчас. А! Пошли нахуй. Хан Соло, I'm captain of the Millennium Falcon. I'm in here for the money. Просто Хан Соло. Хан Соло, Deadman. Han Solo, you are a dead man. Tell that to Kanji Club. Я вообще-то я сказал, а, блин, кстати, это интересная вещь, ему говорят dead man, и в конце он умирает, до меня только час дошло. Серьезно? Вилли, тупо, реально, до меня только час дошло это. Это гениальная шутка. О нет, Игорь, ты заспавнился за обычного трупера. Ой, блин, ненавижу это говно. Пошли, 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 бойцы. Какое пошли, да, у нас тут высокоинтимная интеллектуальная беседа. Разговор, да, разговор. Вот, Игорь, у меня очень важно, если ты, что тебе сказать. Игорь, смотри. Что, еще раз, я не услышал. А, да. Погоди, ну вроде это состоит здесь. Погоди. Видишь, как я специально под... Мы его подстроили. Легенда. Не могу, я тебе кинул уже, господи. Ты, короче, заходишь в мой чат со мной. Все. Нажимаешь Join Game. Все, я принял. Заходишь ко мне в чат.
Нажимаешь Join Game. Я принял. Что за... Заходишь ко мне в чат. Нажимаешь Join Game. Да я уже так сделал. Заходишь ко мне в чат. Нажимаешь Join Game. Все. Тише. Заходишь ко мне в чат. Дима, стоп. Дима, можно я к тебе в зад зайду? Не надо, слышишь? Не надо, Игорь. О, Эвок. Тут Эвок. Привет. О, Эвок. Привет, Эвок. Не тот Эвок. Привет, Эвок. Он такой идет, типа такой, хули, бля, встал. Вы такие, я вас не звал. Серьезно, подойдите сюда, он реально всратый. Какой я с радостью, но я немножко тут... Вань, боюсь. Покажи, где ты? Я не хочу сразиться, да, я вижу их. Ой, один набегает, короче, к тебе. О, прибежал, обосрался тебе. Блять, Эвоки. Покажите. Слышь. Эй, пиздюк. Ого, он большой. Танцуй. Он реально попал. Танцуй, ебаный животное. Танцуй. Да нет, он тут. У меня его нет. Стреляйте в... Не, у меня он еще есть. Думаешь? I think another. Все, пожалуйста, хватит. Вот weapon. Хватит. A heavy funny joke. Вот это здесь, это около этой стены, да. Сейчас, погоди. Блин, и у нас лили, сука, короче. Да, я нашел это место. Я потерял это место. Это та дверь, карта, блин, в этой комнате. Сейчас я возражусь. А, тут нельзя нормально возродиться. О, Люк туда провалился, лол. Он пытался меня убить и провалился туда. Я не могу туда провалиться. Видимо, слишком большой. Да, возможно. Где еще раз? Вот, эта стена. Ну да, вот я могу только вот здесь. О, я пробился. Видишь? Эй! Блин, ты фрейль, ты дебил, нафиг ты сюда. Не-не-не-не. Погоди, там люк. Я сейчас пытаюсь его... Вот, ты можешь вернуться? Я могу его... Погоди. Мы его достали даже из-под земли. Сюда сесть возможно. То есть, смотри, спокойно помещается. Да, но там они в полный рост стояли. Они в полный рост там стояли. Да, ростом, они стали в полный рост. Можешь посмотреть фильм. Я не помню, чтобы там было вообще видно, что в кабине. Игорь, я хочу для тебя открыть один интересный сюрприз. Шаттл, на котором летят Финн и Роуз, это как раз таки кабина от этого транспортника. Майндблоуинг. Ага. Нет, так в смысле, так как Мункалы как раз Кварана и сенаторами были, чё? Да-да. Ну, правили Мункалы сами вроде. Ну, Мункалы там... Да Мункалы, ничего, они править-то не умеют, у них за спиной там рукают, за ниточки дёргали Кварена, там всё понятно, там всё считается. Да-да. Антон, подтверди. Антон. Он ушёл. Он покинул нас здесь, наш дискорд. Подтверди. Сам ты воняет, выбой. Почему манкаломарцы? Ну, в смысле, люди, которые живут на Манкале, так срато говорят всегда. Сам ты воняет, выбой. А, кстати, типа, например, на Торской... Это да. Отвратительно. Это Ванька. Очень похож. Где Ванька? Блять. Хуя один. В атакующее атакующее построение Дельта. Атакуем. Вперед. Хуй лидер! Они у меня на хвосте! Они у меня на хвосте! По-моему, хуй лидер сейчас умрет. Нет, я еще жив. Я умер уже. Я хуй лидер был. Я вообще-то хуй лидер. Ты хуй один. Привет.
Ассаляму алейкум, Брэд. Привет. Тебя как зовут, Брэд? Меня зовут Роман. О, Роман, Брэд. Привет, Роман, Брэд. А почему Роман звучит как Вадим? Это какой-то заговор? Да все... Погоди, откуда ты? Ой, сейчас, смотрите, так. Вадим, скажи что-нибудь, пожалуйста. Ради чего? Роман. Роман, скажите, пожалуйста, что-нибудь. Что-нибудь. Бля, сука, это один и тот же человек. Вадим! Логите, я тебя спасил. Я, блядь, я вот изо всех сил пришел и прикидывался Романом. Откуда ты знаешь? Говори. Так, стоп, а кто сейчас это говорит? Я вначале реально подслушает Вадим. Блин, так, все, у меня уже какие-то начинаются эндорские флешбеки, потому что я слышал крик Эвока. Ты должен был не слышать крик, ты должен был умереть сразу. Наконец-то выпутался патрон на спокойной планете. Никаких снегов, никакого жаркого солнца, только звезды над головой, деревья и... Это СТ? Что? Тихо! Выстрелы! За мной! Докладывайте. Здесь никого. Обыскиваем пещеру. Следы от выстрелов только с одной стороны. Капитан! Сюда! Что здесь происходит? Извините. Гриф, повстанцы? Повстанцы покинули планету, сэр. Мы считаем, что это дело рук местных жителей. Что это было? Что? Где? Быстро! Отступаем! Возьмите себя под контроль. Успокойтесь. Взгляните на ситуацию с позитивной стороны. Чего? Мы на болотах, а здесь нет ни одного комара. Кажется, нас больше не преследуют. Мы должны... Я что-то слышал. Нет, стой! Бежим! Запрашиваю немедленную эвакуацию. Сейчас же! Держать оборону! Транспорт уже здесь!